Где-то в горах в семье бессмертной жил дед Ахмед в майке черной одетой. Есть все у него, хата, внуки, жена. Он непокорим, он словно стена. Хана раз Ахмед ремень в руки взял. Не для слабаков создан данный сериал. Если на тебе не тени, а четкая щетина. Он буря, он чума, сын Каджи и Фатима. Он не Толя, он Ахмед, это самый детский дед. Он буря, он чума, сын Каджи и Фатима. Он не Толя, он Ахмед, это самый детский дед. Тебе что, 12 что ли? Нам надо хату искать, где Новый год отпраздновать. Баха, пшу вон отсюда. Я же с тобой все концы отрубил. Думал, хоть этот Новый год без воздуха там проведу. Не мороси, Озончик. Ты что хочешь, весь Новый год слушать истории деда Ахмеда, как он с чужим искишником боролся? Давай кому-нибудь к пацанам завалимся, как мужчинский отметим. Баха, да кому ты завалишься? На все за чушков держу. Озончик, ты же меня знаешь. Я любой вопрос в городе решу. Вот именно, поэтому я и сказал про чушков. Смотри и учись, Озончик. Алло, Ибрашка, салам! Чё, какие планы на Новый год? Пошёл ты! Алло, Васёк, близкий, мужчинский, братский! Чё делать на Новый год будем? Пошёл ты, Баха! Алло, Расул, ты же знаешь, что ты брат мой родной от мамы другой! Чё, к тебе на хату сегодня придём со Слончиком? И брат ты мне, пошёл ты! Ну чё, нашёл тусовку? Загудим? А Слончик, Гарольда и Кумара знаешь? Ну так вот, не нужны они нам! Мы свою тусовку сделаем! Если честно, ничего не понял, но очень интересно, пошли! Ну что, друзья, добро пожаловать на новогоднюю локацию, проходите. Вот, не забываем, значит, депозит 40 тысяч. Оставляйте паспорт в залог, 4 миллиона на Сбербанк онлайн, и как бы вот это вот место в вашем распоряжении. Озончик, ты его слышал? Конечно! Походу этот сок хочет нам за 1.5 миллиона сортир впарить! Погнали отсюда! Озончик, я иногда не понимаю, ты дурак или прикидываешься? Это выгодное предложение, такое бывает раз в високосный год. Скидки 90%, меня устраивает. И что ты собрался в сортире делать? Как что, Ослончик? На дальняк диджея посадим, он одновременно два дела делать будет. В ванную сядем, газу пустим, чем тебе не джакузи? Да, ребята, еще одно условие. На территории туалета вам, нельзя ничего трогать. Вообще ничего. Все, я домой. Опа! Куда бакшей свой тянешь? Это для гостей на Новый год. Баха, вот я говорил, все вот эти вот твои идеи, не вышел ты рожей, кучеряшки, все равно тупой, страшный. Да иди ты, Ослончик, это по-любому из-за тебя. Он на тебя посмотрел, сразу 1.5 мульта сказал. Ослончик, тормози сюда, иди. Смотри, хавка на столе. Кто подойдет, башку снесу. Брат, ты что, бессмертный? Иди, подойди туда. Что-нибудь со стола возьмешь, руки лишишься. Удачи. Да не очкуй-то, я тебе говорю. Давай я, ее отвлеку, а ты возьмешь и половину стола себе в карманы напихаешь. Потом похаваем где-нибудь спокойно. А, договорились. Айна! Зарубиться хотела? Да так давай зарубимся! Ты на кого голос поднял? Ходячий лобок из 80-х! Зарубиться хочешь? Вот Баха исполняет, конечно! Развести меня хотели? Я таких, как вы, в 2000-х на бабки кидала! Озончик, меня так
бабушка война отмахала. Не гони, Баха, я только подошел, меня сразу за руку схватила и в пузо дала, она же не могла в двух местах одновременно оказаться. Да ну, я видел такое. В этом, во флэше, это эти параллельные вселенные. Забери мою душу, жизнь. Необъяснимо, но факт. Чисто Том Круз она. Ладно, пошли. Ну ладно, Сончик, не расстраивайся, потом похаваем. А ты, кстати, что мне на Новый год подаришь? Баха, ну так, чисто символически там купил безделушечку. Символически кричишь? Ну ладно, дружочек, я-то тебе iPhone на 256 тысяч гигабайт Pro Max 12-14 купил. Да ну! О, как мне неловко. Вот так друзей теряют. Вообще-то у нас, если ты даришь крутые подарки, то и тебе вдвойне круче подарят. Чё, правда? Так, я сейчас быстренько сбегу, куплю всем офигительные подарки. Общесемейный сбор. Я с подарками пришел. Ой, ну чё, любимый, подарочки я люблю. Мы ждем, Асванчик, ждем. Что тут у нас? Дедушка, тебе чисто мужчинский подарок. Кинжал. Прям из музея его стыбзил. Баха, а тебе, дорогой друг, я дарю новый ноутбук. Поиграешь с нами во что-нибудь? Бабушка, дорогая, тебе я дарю новый пылесос. Смотри, какой дорогущий, зараза. О, какие дорогие подарки. Спасибо тебе, Асланчик, ты прям нас задарил. Ну, теперь наша очередь. Дорогой Асланчик, ты знаешь, как я люблю тебя. Поэтому я дарю тебе свое мужское рукопожатие. Спасибо, дедушка. Спасибо, спасибо. В следующем году тебе чиполах подарю. Асланчик, брат, я дарю тебе чехол от нового 12-го айфона. Баха, ну у меня же нет 12-го айфона. Ну когда-нибудь же будет. Забирай, не выпендривайся. Совсем кончено. Сейчас возьму кинжал Ахмеда и зарублю его. Ну ладно. Спасибо. Асланчик, дорогой, я тебя очень люблю. Я долго думала, что тебе подарить. И все-таки решила. Ну не томи, бабушка, ну что же там? Давай, Хана. Я знаю, ты очень давно этого хотел. Я дарю тебе кружку. Как классно, стакан. Всю жизнь мечтал обосраться, это тебе не пылесос. Спасибо, бабушка. Всю жизнь об этом мечтал. Ладно, все, небольшой расход. Мне вообще никто ничего не подарил. Я никогда не обращался к тебе, Дедушка Мороз. Но в этот раз уже крайний случай. Пожалуйста, выполни одно мое желание. Всего лишь одно. Больше я ни о чем просить не буду. Пожалуйста, Дедушка Мороз, заставь исчезнуть этот травмат. На нем слишком много отпечатков и следов. Пожалуйста, прошу. Хоу-хоу-хоу. Мы заметем все твои следы, и твое желание будет исполнено. Я не знал, что ты реальный. А можешь еще тачку мне подогнать? Ну это уже наглость, козлина. Ба! Ладно, ладно, спасибо, дедушка, все, не наглею. Все, скорее, все за стол. Ахмед, включай телевизор. Расул, ты же мусор, пшел вон отсюда. Баха, Асланчик, садитесь за стол, начинаем. Все, начинаем жрать. В смысле? Я уже хаваю! Ждем обращения. Все, началось! Ахмед, сделай погромче!